А на завтрак мы обычно кушаем зеленую гречку, сваренную на воде или на молоке. Кевин пошел погулять с собакой, а я сейчас быстренько в душ и будем завтракать. Сейчас покажу вам, какое красивое небо. Вот такая вот утро у нас. Красотища! Решила записывать влог в понедельник, и мы, конечно же, опаздываем. Я улыбаюсь, потому что Кевин сейчас начал мне говорить о том, что когда я начну зарабатывать свои первые деньги на Ютубе, чтобы мы делили эту сумму, ну, 50 на 50. 50-50 or no video? Мы едем на работу, мы опаздываем, как я уже говорила, но это не так уж страшно, потому что мы работаем сами на себя. Мы здесь, в Испании, autonomous. Вот, но всегда хочется, конечно, приехать на работу чуть пораньше. И вот, наверное, года два так точно они делают эту дорогу, и я вообще не знаю, доделают ли они ее когда-нибудь. Это же испанцы, а у испанцев все как всегда, маньяна и но пасанада. Сначала мы заехали в Мюллер, и я взяла свое любимое овсяно-соевое молоко, также веганские сосиски, красную чечевицу, кокосовые сливки и всякую разную дребедень. Закончили работу, заехали в один магазин, сейчас заехали во второй магазин. Хотим глянуть, может быть, у них есть суши. И Гордика оставляем здесь. Первый раз сегодня будем пробовать суши. Никогда не покупали в магазинные суши. И последний магазин на сегодня по дороге домой – это Агромарт. Здесь я купила морковку, тыкву и лук.
уже 8 вечера, у меня проснулся мажор, я принесла себе мандаринок, суши как-то влетели и прошли мимо меня, желудок мой их уже не помнит, что они были, вот, но спать я ложусь в 10, поэтому мне нужно 2 часа продержаться на этих мандаринах, и, может быть, еще час я сделаю, чтобы ничего на ночь не нажрать. Лето же скоро, купальник скоро одевать. Надо же как-то. Хотя тут тоже сахар во фруктах на ночь. Но я всегда себе говорю, ну это же лучше, чем кусок хлеба. Не знаю, с чем-то съесть. Лучше этот мандаринок. Чуть-чуть закидаюсь. Ну и буду продолжать дальше делать свое видео. А еще я выбирала себе чехол для телефона, но так ничего и не купила, так как все черные были уже раскуплены. Тем временем уже 10 вечера, и я иду ложиться спать, поэтому до следующего влога. Пока-пока!